Студенческие строительные отряды возводят новое общежитие. Строительство началось в прошлом году и вскоре подойдет к концу. О том, на сколько процентов выполнена работа, расскажет Марк Брюшко. 10-этажное общежитие возводится рядом с Карагандинским государственным техническим университетом. В строительстве высотки принимает участие 15 студентов. Жасулан Джумашев, студент 4-го курса КарГТУ, в будущем планирует стать металлургом. Он уже не первый год участвует в студенческом строительном отряде, за его плечами большой профессиональный опыт. Это мой университет. Я испытываю огромное чувство гордости, когда принимаю участие в этих стройках. Это отличное занятие, чтобы летом не ходить сложа руки. Здание рассчитано на 822 места. По проекту на 9 его этажах будет расположено 352 комнаты. Один этаж будет техническим. На нем расположатся столовая, прачечная, конференц-зал и многое другое. При поддержке управления молодежной политики Карагандинской области уже несколько лет существует областной штаб студенческих строительных отрядов. Основной задачей штаба является обеспечение работы и занятости на летний период, чтобы студенты владели строительными навыками по специальностям. На сегодняшний день в области существует около 80 отрядов, и в них задействовано более 4000 студентов. Но мы планируем, что до конца трудового семестра это количество еще увеличится. Средняя месячная зарплата нашего бойца составляет 50 тысяч тенге. Наши бойцы занимаются как отделочной работой, так и разнорабочими. Кроме того, студенты участвуют в озеленении и благоустройстве города Караганды. Существуют также отряды, участвующие не только в стройках, но и занимающиеся деятельностью в детских зонах отдыха и лагерях. Марк Брюшко, Жасулан Амандыков, Марат Култенов, Первый Карагандинский.